А вот акмолинская молодежь считает, что предложения, выдвинутые на национальном курултае, помогут решить множество проблем, в том числе социальных. Как сказал наш президент Касым-Жомарт Токаев, Казахстан должен стать территорией тотальной цифровизации и ускоренного развития в сфере искусственного интеллекта. Развитие в данной сфере позволит нам достичь больших успехов в разных сферах экономики. В здоровом обществе не должно быть такого, чтобы мы, было вообще домашнее насилие, в общем. Потому что, когда мы по большей степени заводим семью, мы сразу думаем о своем именно будущем. Допустим, как мы будем относиться к своим женам, так же они будут к нам относиться. И я вот здесь именно полностью поддерживаю именно слова президента насчет именно дискриминации и насилия. Одна из самых важных, я думаю, это введение национального дня книги, потому что в наш век это очень полезно. В век гаджетов, век технологий. И в наше время книги тоже не должны оставаться на стороне.